Хотите попробовать разнообразные рыбные деликатесы? Приезжайте в Мурманск на традиционную ярмарку морепродуктов «Икра и рыба камчатская». Ни для кого не секрет, что морепродукты – предмет гордости северян. Жители региона – самые настоящие рыбные гурманы. Поэтому ярмарка «Икра и рыба камчатская» вновь приехала в столицу Заполярья и предлагает посетителям огромный выбор дальневосточной рыбной продукции. А какой будете здесь брать? Икры будем брать. Какой? Икры. Почетное место отведено королеве морских лакомств – красной зернистой икре. Она наполнит организм железом, йодом и калием. В своем составе не имеет красителей и консервантов, только соль – 5% от общего объема. А первый раз вообще здесь берете продукцию? Почему первый? Как приезжаю, так и приезжаю я. А Бог его знает какая. Какая самая вкусная, такую возьму. Белорибица самая вкусная. А первый раз вообще на этой выставке? Да нет, наверное, уже третий. Взяла чевычу, взяла икрички, да. А вы первый раз, не первый на нет, этой выставке? Нет, не первый, нет. И как вам продукция? Ну, мне очень нравится. Что больше очень всего вкусно. Понравилось? Мне все нравится. Уже более 15 лет на Кольском 51 северяне и гости Мурманска могут побаловаться дальневосточными деликатесами. Покупателей ждет огромный выбор рыбы и морепродуктов. Особым спросом у посетителей пользуются белорыбица, чевыча, палтус и кижуч. Также в ассортименте есть белуга, нерка, омуль и, конечно, наисвежайшая крупнозернистая красная икра, которая богата витаминами А, С, Д и фолиевой кислотой. Какую рыбку будете брать? Чевычу. Чевычу. А вы вообще первый раз на выставке? Да нет, постоянно. Как постоянно. Только приезжают, постоянно. А только чевычу берете? Я только чевычу беру. А чем вот она вам так нравится? Какой-то... Ну, во-первых, она без костей и такое филе. Я беру подкопченую, очень хорошая. Ну, то есть придете снова? Ну, естественно, все время ходим. Выставка продажи икра и рыба камчатская работает в рамках летнего медового спаса для северян с 10 по 14 августа включительно. Она располагается в павильоне на проспекте Кольский, 51.